Так, это маршрут 8, троллейбус 8. От кинотеатра «Ударник», где я сейчас нахожусь, еду, и до Москворецкого рынка. Только что проехали конечную точку маршрута. Я не стал выходить, чтобы не затягивать время и не мерзнуть. Не знаю, правда, насколько будет удачно, потому что солнце в лоб, как оно там будет, может быть, будет не очень здорово. Ну, как будет, так и будет.
метро «Полянка». Следующая остановка – первый казачий переулок. Следующая остановка – Серпуховская площадь. Следующая остановка – станция метро «Гадюшинская».
станции метро Добрынинская. Следующая остановка – Третий Ельцинский переулок. Улица Павла Андреева. Улица Павла Андреева. Следующая остановка – детская поликлиника. Детская поликлиника. Следующая остановка – торговый дом Даниловский. Следующая остановка – Серпуховская застава.
Серпуховская застава. Следующая остановка. Станция метро Тульская, Северный Уссурийск. Следующая остановка. Станция метро Тульская, Южный Уссурийск. Следующая остановка. Автозаводский мост. Платформа Динов. Плановая.
автозаводский мост, платформа ВИЛ. Следующая остановка Новогодиловский проезд.
Следующая остановка. Станция метро Нагатинская. Следующая остановка. Первый Нагатинский проезд. Проезд 2.
Следуя на Гагаринский проезд, строительный рынок, Каширский двор 2. Следующая остановка. Хлебозаводский проезд, строительный рынок, Каширский двор. Хлебозаводский проезд, строительный рынок, Каширский двор. Следующая остановка. Магазин «Богатырь». Следующая остановка – театр «Шалом». Thank you.
Следующая остановка. Болотниковская улица. Болотниковская улица, дом 1. Следующая остановка. Болотниковская улица, дом 4. Болотниковская улица, дом 4. Следующая остановка. Москворецкий рынок. Thank you.
туалетки и рыбы. Конечная. Уважаемые пассажиры, при выходе не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Поездка на троллейбусе номер 8 от кинотеатра «Ударник» до Москворецкого рынка. Ну что ж, все хорошо. Глуховатые такие объявления, но мужской голос низкий, плохо читается вот в конце тут. Когда женщин, женское объявление, будьте внимательны, хорошо. Ну что ж, спасибо традиционное тем, кто вместе со мной проехал по маршруту 8. Я, кстати говоря, смотрите, какая прелесть стоит. Ретро. Красава. Так вот, я доволен, что это все-таки оказался троллейбус, потому что сейчас тут троллейбусы заменяются на автобусы. Такая вот нехорошая тенденция. Не знаю, чем это закончится. Мне как-то симпатичный троллейбус. Ну, я специально иду здесь, чтобы как бы бросить взгляд на рынок Москворецкий. Ну, точнее, не то. Рынок-то внутри, понятное дело. Тут только то, что вот видно. Ряды. Ну ладно, все. На этом ролик закончен. Еще раз спасибо. Не помню, уже говорил, по-моему. Вот рынок вот отсюда еще на память. Все, иду домой до станции метро Варшавки, наверное, а может до Каховской, не знаю, как получится. Все, ладно, я никак не могу, так сказать, попрощаться, распрощаться. Тут еще вот впереди тоже транспортный объект. Кольцо троллейбусное. А теперь уже надо... Ух ты, господи. Где-то идти-то бы не грохнуться. Только так вот, так вот. Кольцо троллейбусно-автобусное теперь. 52-й, 8-й. Все вперемешку. Автобусы, троллейбусы. Вот так. Все. Ну ладно. На этом уже теперь все точно. До свидания. Оставайтесь на канале. Смотрите ролики, пишите, комментируйте, подписывайтесь. Все как обычно. До новых встреч, до свидания.